Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания «Горячий ключ», в студии Наталья Щербакова. Здание городской поликлиники «Горячего ключа» обновится к новогодним праздникам. Здесь завершаются ремонтные работы. Уже с улицы видно, что здание городской поликлиники за последнее время изменилось. Старые рамы заменены на белоснежные пластиковые окна на всех 6 этажах медицинского учреждения. Внутри здания на кабинетах установлены новые двери. Завершается оштукатуривание стен. Завершен первый этап запланированных работ по ремонту. Он заключался в замене окон и дверей всех 6 этажей городской поликлиники. Сегодня можем сказать, что эта работа завершена. В преддверии Нового года, я думаю, это будет приятным моментом для наших посетителей. Работы проводились в несколько этапов. Замена первых оконных рам началась больше года назад. Потом ремонт продолжился. На сегодняшний день осталось завершить только отделочные работы. Новые окна лучше держат тепло, поэтому в поликлинике теперь созданы более комфортные условия для посетителей. В течение года активно проводилось совершенствование работы регистратур. Теперь они функционируют в новом формате. Для эффективного обслуживания пациентов здесь установлено новое оборудование. В холле появились дополнительные места для ожидания посетителей. Прием пациентов теперь осуществляется не только по предварительной записи, а также по телефону колл-центра. Налажена возможность записи в сети интернет. Наталья Щербакова, Иван Кабаченко, телерадиокомпания «Горячий ключ».